Автор Асель Муратқызы. Категория «Занятость населения». Министру здравоохранения и социального развития Дюсеновой. Добрый день. Обращаюсь к вам с просьбой посодействовать в поиске работы. Зарегистрирована как безработная гражданка в Кызылординском центре занятости. Со дня регистрации каждые 10 дней иду на отметку. Как вы знаете, у населения сейчас финансовые проблемы. И каждый нерабочий день бьет по карману. Также, сидя дома, человек деградирует. Со стороны Кызылординского центра занятости не было еще предложений по работе. Хотя на сайте ingbek.kz есть много вакансий, открытых в городе Кызылорде. В связи с чем прошу вас посодействовать в вышеуказанном вопросе. Спасибо. Уважаемая Асель Муратовна, для оказания мер содействия в трудоустройстве мной было направлено письмо в Управление координации занятости и социальных программ Кызылординской области. По информации управления, вы были приглашены в Центр занятости населения города Кызылорда, где вам была предложена вакансия в ТО «Синойл» в качестве инженера. С вашего согласия 30 июня 2016 года вам было выдано направление на трудоустройство в ТО «Синойл» по вашей специальности инженер. Всего хорошего. В общей сложности в этом году мы по нашим программам, которые выделены деньги, это было 3,5 миллиардов тенге, мы должны трудоустроить 16 640 человек. Это на временное трудоустройство, на период, который 4-5 месяцев, чтобы, как бы сказать, чтобы человек, срочно сейчас ему нужно поработать, срочно решить свои какие-то финансовые вопросы, определиться. Это мы его трудоустраиваем. В дальнейшем он на наши деньги, на эти деньги, в смысле, имеется в виду государственные деньги, на этот, на летний период, это дорожная карта, программа развития регионов, так называемая. И он уже в дальнейшем посмотрит, стоит ли ему продолжать эту свою дальнейшую работу.